Через несколько минут. Давид Алаба восстановился к этому матчу, и он сегодня играет. Ну и самое главное... Ну и пара центральных защитников, которая и играла в Ливерпуле. Хумельс, 5-й номер, и Зюле, номер 4-й. Хорошо в последних матчах, и победа над хорошей командой Вольфсбург со счетом 6-0. Лишнее тому подтверждение. Состав 6-й, или, как подсказали мне ливерпульские болельщики англичане, Трент они его называют просто по имени, чтобы не путать. Расположено вблизи от поля, дыхание игры ощущается здесь замечательно. Хумельс, длинная передача в штрафную! Сопернику, как Бавария. Бавария это тоже все прекрасно осознает, поэтому пока темп не очень высокий. От Алла Фирмино. Фирмино вступает в единоборство с Зюли, и мяч остается пока в игре. Впрочем, вот сейчас уходит по-прежнему вне игры, но я не вижу, чтобы прямо сейчас кто-то разминался. Передача за спину Тренту. Трент здорово играет, опережает Франко Рибери. Рибери в 8-й минуте матча создает этот момент Бавария, но Ливерпуль теперь идет вперед. Ну, там очень быстро теряет мяч. Пока с минимальным риском стараются действовать команды. Рибери проникает в штрафную площадь. Хендерсон здорово действует на... Но момент был. Сейчас у Баварии хорошая передача через центр. Ван Дайк и Матип, наверное, не так интересно. Милнеру перешла повязка. Милнера не было в предыдущем матче. И Ван Дайк получил повязку. Ну, Рибери, Робин, Левандовски, пожалуй, наверное, на тот момент, когда все трое были в форме, приехало ливерпульских болельщиков. Они выбрали свою квоту 3500. И никаких людей, которые приехали просто... Цепляется в борьбу за этот мяч. Левый защитник Ливерпуля. Потеря, удар! Первый опал решит все в этом противостоянии. Рибери, Трент вступает с ним в борьбу, мяч уходит за пределы поля, аут бросает. Делал его знаменитым игроком, нет, положение вне игры, есть ли пенальти? Орсато! С голов играет Бавария и Ливерпуль. Рибери с мячом, поднята рука Орсато. Никто пока не хочет рисковать, и открытый футбол, который нам обещал Юрген Клопп, это было скорее такой нарушенных матчей. Бавария очень здорово играет на своей половине поля. Пока что ничего не позволяет сделать Ливерпулю. И Салах выстроил вот эту линию нападения. Юрген Клопп. Теперь любой игрок может забить. Нет, ярко выражено. А Фирмино не заметил, что в хорошей позиции был Джеймс Милнер в глубине поля. Если бы туда он развернул, если угодно, до первого зевка важной фигуры. Пока таких ошибок никто не допускает. В пас. Мяч внизу. Левандовски показывает. Готов он к этой передаче. Пас в сторону Левандовского. Мяч. Фирмино. Фирмино. С руками идет борьба. Никому нельзя отдать преимущество. Удар! Первый удар Ливерпуля. Это Фирмино приложился. Здесь у нас возможности нет. Момент! Момент! Ворота пустые! Удар! Удар! Вот эта игра сейчас будет. Баварии нужно идти вперед всей командой. 1-0. Ливерпуль забивает на выезде в матче, в котором результативная ничья устраивает английскую команду. Откуда взялся гол? Давайте смотреть. Пас, просто пас вперед. Ничего особенного. Как же сыграл Рафинья. Это просто поразительно. Как Рафинья на ровном месте проиграл борьбу, проиграл позицию. Мане в одно касание обыграл Нойер. Опытнейший вратарь. Кому-то же Хумельса переиграть очень сложно. Через низ идет игра. Пас в штрафную. Ну и, наконец, впервые в матче на 23-й. И тут же его накрывает отбор мяча. Милнер. Милнер. Пас вперед. Салах. Хумельс великолепно играет в отборе сейчас. Защитник. Типа отдать передачу, вернуться на место. Что он и делает. В атаке его партнеры. Милнер. Проникающая передача. Пас у Баварии. Гнабри. Гнабри открывается. Левандовски смещается в центр. Ван Дайк. Поняли. Рибери. Трент против него. Рибери. Передача слишком высоко. А вот этот мяч как-то меняет свою игру. И это при том, что была вынужденная замена в команде Клопа. Четко действует Дави Мартинес руками против Салаха. И Салах отыграл сейчас метров примерно
метров примерно. На поле грамотно, что не нужно и правила нарушать. Рибери с мячом. Все через Рибери пытается Бавария что-то создать. И вся Бавария, всей команды, ни одного человека нет в центральном круге. Понимает, второй пропускать ни в коем случае нельзя. Подача с младшей братья годится. Рибери подтолкнул знаменитого футболиста. Ну, помирились сейчас Рибери и Милнер. Трент еще раз возвращает мяч в штрафную. Контратаку Баварии пошла. Нет, потому что Ливерпуль идет вперед. Мане, да что Мане сегодня творит? Одного накрутил, второго. Зюле оказался мяче. Рибери в штрафной. Пас. Скрытый такой пас. Тонкий, не прошел. Продолжает Бавария комбинировать. Не данный пас. Штрафную площадь. Гнабри. Удар. 1-1. 1-1. Заходит. Заходит этот мяч в ворота. 1-1 счет. Получает Ливерпуль слева. Через Гнабри шла эта атака. И Клоп не понимает, как же такую легкую атаку пропустили. Давайте смотреть. Вот что было. Пас за спину Робертсону. Робертсон зевнул откровенно совершенно. Гнабри, Гнабри ставит корпус. Ну а дальше все элементарно. Удар об землю. Специально, чтобы через ног. Гнабри. Робертсон. Робертсон в штрафной. Робертсон удар. Нойер. Фирмино. Фирмино. Александр Арнольд. Прострельная передача. Справляется Бавария. Может, но на него же была передача, когда от защитника мяч в свои ворота залетел. Было нарушение. Поднят флаг. Поднят флаг, потому что нужен рот, готовясь к удару и вправо, и влево от себя в угол. Смотрим. Удар! Легкий удар для... 1-1! Подстраховка, мяч! Нет, уже поднят флаг, уже прозвучал свисток, издевается. Ива все-таки передачу туда отдал. И странным образом на левом фланге Робертсона нет, прострел! Опережа, перехват. Иногда так ошиблась Бавария. И из-под Рафини забил Мане, а Мануэль Нойер по правом фланге ждет передачу. И потихонечку сюда разворачивает, но получает он по не он, конечно, по ногам, а Алькантера. Не будет. Итак, Нойер в воротах Баварии, который сейчас встречает атаку Ливерпуля. Седьмой номер Милнер, ему перекочевала капитанская повязка. И атака Ливерпуля, как всегда, в свою очередь, получит пространство для своих нападающих. Подача! Справляется Ливерпуль, всей команды сейчас. Баварии наклевывалась очень даже интересная. Салах. Стали уставать футболисты. Много тактической борьбы. В атаке Бавария. Левым флангом пас на Рибери. Рибери. Ван Дайк против него. Рибери и никого. И Матип. Сейчас Робертсон слева есть, конечно, Милнер. Ну и Милнер. Точно передача будет. Милнер. Плохой пас. Бавария. Зюли просто за счет роста там все выигрывает. Салах. Салах. Скидка. Кто первый на мяче? Рафинья. Робертсон все-таки мяч сохраняет. Милнер просит передачу, получает этот мяч. Милнер в штрафной площади, а здесь плохо перехватывает эту передачу. Хамес отдает ему передачу. Левандовский. Матип цепился в него. Гнабри аккуратненько подрабатывал себе мяч. И с колецом к воротам 4 игрока Ливерпуля. Салах! Нойер! Вот Салах. Решение принял. Взял, да правый. Обыгрывать сложно, но Мане пробует. Прострельная передача. Справляется Бавария с этой передачей. Бавария с мячом. Хамес долго. Какой прием мяча, а? Это надо же, умудрился на грудь этот мяч принять. Правда, и получил по ногам. Рибери показывает. Пас вперед! Левандовский! Левандовский! Матип отработал этот эпизод здорово. Включается. А Ван Дайк делает очень странную передачу. Кому, куда, совершенно непонятно. Там близко не было ни... Подтягивает силы Ливерпуль. Чужой штрафной площади проходит стенка. И запутался в мяче Трент. Баварии нужно выигрывать. Гнабри, опасная ситуация может быть! Бавария была близка к тому, чтобы... Левандовский. Помана открывается в штрафной площади. Левандовский не без нарушения правил. Здесь он сам потерял мяч. И Александр Арнольд. Большого труда стоит то, что делают игроки. Подача опасна. Ну, смотрит, где рывок, где открывание. Коман. Скользкая трава. Вот сейчас она на помощь приходит. Ливерпуль от мокрого газона. Мяч в обороне. Ни в коем случае не должна не позволить Ливерпулю забить. Второй. Атака. Перехват Ван Дайка. Робертсон. Какая передача-то. Диагональ прошла. Пас Милнеру. Милнер в штрафной площади. Милнер. Милнеру мяча. Ван Дайк в штрафной. Подача сюда. Ван Дайк. Вирджил Ван Дайк. 2-1. И два мяча. Два мяча.
забивать Баварии. Я произнес эту фамилию, когда еще мяч не полетел в штрафную площадь, потому что единственный, пожалуй, единственный игрок, который способен переигрывать Баварию на втором этаже, это Ван Дайк. И именно он головой выиграл. А что же Бавария? Почему плотнее не держали Ван Дайка? Давайте смотреть. Вот он выходит в эту точку. И Хумельс, король воздуха Хумельс, но он с места выпрыгивал. А Ван Дайк так с наскока, с набега выходил на этот мяч. И с мячом Ливерпуль. Ориджи направо. Салах. Салах. Ох, какая передача! Блистательный Салах! Голище забивает Ливерпуль! 3-1! Это, наверное, все. Это, наверное, четвертьфинал. 4 мяча нужно забивать Баварии. Но давайте насладимся этим повтором. Не этими крупными планами грустных людей. Зачем смотреть на грустных людей? Давайте смотреть на веселых людей. Как сыграл сейчас Салах. Какую передачу, как рукой отдал. Практически без размаха. Как во дворе раньше говорили, шведой бросил мяч. Никто не держит Салаха. Устали уже, и уже Алабу. Ну, какую передачу.